Библиотекаря на карантине. С вводом карантина жизнь резко изменилась. И если раньше семейные дела и рабочий процесс получалось как-то разграничивать, то теперь я же мать и детский библиотекарь – это одно лицо в пространстве и времени. Ощущать себя два в одном жутковато и забавно. Эдакое раздвоение личности, где каждая личность то борется за место под солнцем, то вдруг гармонично сливается с соперником в каком-нибудь процессе. Хорошо, что Ванюшка воспринял ситуацию как новую игру и активно подключается к маминым рабочим безумствам. Вот вам три примера. Приготовление компота превратилось в фотосессию библиотекарь на удаленке. Начальство попросило. Ванька был в роли фотографа, гордо подхватил мамин айфон и безостановочно щелкал, бегая вокруг. А еще я придумала челлендж «Читаем с питомцем». Ну а что, наша Муся очень даже фотогенична. Тут уже Ваня был моделью, проникся ответственностью, усадил Муську рядом и принялся с выражением читать свою любимую книжку. Что примечательно, на следующий день потребовал продолжения. Оно и к лучшему. Может, хоть скорость чтения отработает, а то ведь пока по слогам читает. Полночи гуглила по запросу, чем занять ребенка на карантине. Нашла чудные загадки в смайликах. Выложу обязательно в следующем посте, может быть, вам тоже пригодится. Этими рожицами зашифрованы мультики, книги и пословицы. С утра предложила Ванюшке. «Граждане, он соображает в этом быстрее меня!» Вот что значит дитя интернет-эпохи. Если что-то еще придумаю, обязательно вам расскажу. Следите за новостями в нашей группе. Ну а вы чем занимаетесь на карантине?